Дорожные службы Ангарска будут оштрафованы за нарушение условий договора. Обрабатывать песко-соляной смесью разрешено только подъездные пути к городу. Однако на этой неделе подрядчик нарушил распоряжение мэра округа. Сергей Петров поручил оштрафовать организацию за применение соли. Отметим, уборка городских улиц не прекращается. Техника работает ежедневно. У нас на сегодняшний день количество техники не изменилось. 61 единица работает, 48 человек – это только дворники, не считая дорожных рабочих. Вывоз снега осуществлялся сегодня в ночь с улицы Саянская, Новокшунова, Бульварного. Бульварная работали по улице Жатнова, жалоба у нас была. Также продолжаем вывоз снега с Ленинградского проспекта, улицы Ленина и улицы Кирова. Также в работе находится улица Сибирская. На данный момент уборка дорог производится с вывозом снега. Как сообщает Комитет по капитальному строительству, ЖКХ и транспорту, вывести снег предстоит еще с 12 улиц. Работу планируют завершить в течение недели.